Amen. How many here have been washed by the blood of the Lamb? Аминь. Кто из вас здесь омыт кровью Агнца? Вы можете занимать ваши места. Очень рада место Торы, о котором мы будем жить, Вае Кар или Чи, и он жил. Итак, начнем. Бытие 47. 27. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Яковлева, пришедших в Египет, 70. Итак, кто из вас бы хотел быть Яковом? Когда мы смотрим на нашу жизнь, мы понимаем, у каждого из нас тяжелая жизнь по-своему, но... Когда мы говорим о Иакове, его отец любил его брата Исава, его брат Исав хотел убить его. Он должен был убегать, спасая в другую страну, спасая свою жизнь. Его дядя Лаван его обманывает, его любимая жена Рахиль умирает. Его старший сын Рувим переспал с его женой. Потом Симеон и Леви, следующие два сына, убивают Сихем. Потом Иуда убегает с Хананьянкой. Иуда, жена и два сына также умирают. И Иосиф потом он думает, что он разорван дикими зверями. Итак, Деяния 7:14. Иосиф послал, призвал отца своего Якова и все родство свое, душ 75. Подождите, как же мы, Тора может сказать 70, а Деяния говорит 75. Кто-то не прав? Нет, они двое правы. Видите, вы не смотрите в детали каждого стиха. Когда мы читаем Бытие 46:27, сынов или душ дома Иаковлева, то есть его последователей, или жены там не включается, а здесь мы видим и все росло свое душ 75. Теперь жены не были, они не были зарегистрированы в Бытие, потому что они не изошли от Иакова или были его потомства, и поэтому это был одно из пять жен, одно из пяти колен, которые еще были там. И поэтому, когда два места Писания кажется, как будто какая-то происходит несопоставка, то проблема всегда с вами, не с Писанием. Более того, и Иаков не был замечен. И поэтому 71 вас вы получаете, и потом, более того, Дина могла иметь мужа, Дина, и поэтому меньшие братья были где-то им было по 40 лет, у них также могли быть жены, которые не были записаны. Поэтому вот почему. Итак, будем проходить дальше. Второзаконие 25:5-6. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Итак, два брата, один умирает. Но деверь ее должен войти к ней и взять ее к себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Это только если у нее нет ребенка. Итак, это будет очень интересно для каждого из вас и также для евреев, потому что многие евреи не понимают это место Писания. Хочу вам нечто показать именно здесь. Посмотрите, мы знаем из Писания, что Тера имел двух жен. Мы не знаем их имена, но были две жены. Жена первая и Тера,
они родили Авраама, Харан и Нахора. Все, конечно, это знают. Теперь, Харан имел две жены также. Я это докажу. Но вот что интересно. Бытие 20:12. Авраам сказал всем, что Сара его сестра. И потом это обнаружилось. И потом он отвечает, конечно же, она и есть моя сестра. Она дочь моего отца, но не дочь моей матери, и она стала моей женой. Итак, заметьте, вот Сара. Сара является полусестра всех трех этих людей. Вы видите это? Сара является от Фарана, если вы видите, но от другой жены. И вот почему это происходит. Теперь давайте посмотрим, как это все происходит. Харан умирает. И теперь что происходит? У него две жены. И что же мы будем делать? Что должно происходить? Мы знаем, что Харан и первая жена родили Милка, Иска и Лота. И Бытие 11:27, и Аран родил Лота. Бытие 11:29, и имя жены Нахора, потому что он женится на отце Милке, это отец Иски. Итак, все трое, и Харан является отец, они все приходят через него. Итак, Харан и Нахор, они вместе. Видите ли вы? Потому что Лот уходит с Авраамом, правильно? Милка приходит с Нахором. Но у меня два вопроса. Первое. Жена Харана не умерла, почему он не женится на его жене? Потому что это правило только если у нее нет детей. Поэтому он говорит, что он женится на Милке. Теперь евреи говорят, Иска является Сара. И я говорю, что это невозможно, потому что Харан родил Иску, а Тера родил Сару. Как может дочь Харана быть дочерью Фары? Это не может быть. Что же произошло? Хорошо. Я верю, что первая жена, наверное, мертва. И вот почему он женится на Милке. Он не должен был жениться на ней, но вот смотрите дальше. Бытие 11:30, но у Сары не было детей. Что же она должна делать? Почему же Авраам женился на Саре и не Иске? И вот что произошло. Я верю, что Сара была вторая жена Харана, она не имела детей, и вот почему Авраам родил Сару. Авраам является ее полубрат, и поэтому Харан также ее полубрат. И если Харан был женат на Саре, то тогда Авраам должен был на ней жениться, потому что у нее не было детей до сих пор. Не было нужды, чтобы Авраам родился на ней, и поэтому ему нужно, наверное, было это делать. И поэтому что я верю, что Авраам женился на Саре, она была же второй женой или первой женой Харана, и поэтому Хашем, он держал ее для Исаака, чтобы она родила Исаака, и Иска не может быть Сарой. Итак, я хотел это заметить. Теперь, проходя дальше, давайте прочитаем Бытие 47:27. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножались». Итак, мы видим, что земля Гесем является землей чудес. И вот они умножаются, как
очень сильно. У них есть умножение детей. Дети приходят отовсюду. Исход 8.22. «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там, где не будет пьесих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли». Одно из самых важных моментов, которые мы должны заметить перед тем, как мы приходим исход, фараон вообще говорил, а может быть, Бог не существует. Потом он вызов давал Богу, говорил, что о, Бог, если Бог существует, то Он не работает с человечеством, Он же там на небе, мы здесь на земле. И третье, что фараон не верил, это то, что Бог сильнее, чем он. И Бог отвечает, конечно, на все три вопроса. Итак, мухи не были в Гесеме. Представьте, если везде темно, но у вас есть свет. Везде жабы, а у вас их нет. Скот умирает везде, но не ваш. И поэтому все начинают понимать, что здесь задействован Бог. Итак, исход 9.26. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилева, не было града. Исход 10.22.23. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Для меня это просто показывает суверенность, что Бог посреди земли отделяет свой народ от остального мира или от остальных людей. Потом мы приходим к месту к Торы. «И жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дни Якова, годов жизни его 147 лет». Мы читаем Бытие 47.28. «И он жил в Ваякар». 147 лет. Бытие 47.29.30. «И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду. Не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Если я умираю, то почему бы я бы просил, чтобы кто-то приятное или что-то доброе мне сделал? То я умираю. Но он замечает: выведи меня из этой земли, вынесешь меня из Египта, похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал: сделай по слову твоему. И Бытие 48.1. После того Иосифу сказали: вот отец твой болен, и он взял с собой 2 сына своих, Манасию и Ефрема. И если вы видите многие картины из них, им картины изображают Манасию и Ефрема, как будто им по 8-9 лет, им больше, наверное, они больше 28 или 29 лет в это время. Сказал Яков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. Это же, конечно же, произошло в Египте. То есть это первая часть. Ничего себе. И что же происходит? Бытие 48:15-16. Благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сегодня. Хочу нечто заметить прямо здесь. Бог, Он сначала показал себя Израилю как пастух или пастырь, перед тем, как Он показал себя как Бог. Сначала Он сказал: я твой отец, я твой пастырь, я тот, который печется о тебе. Это очень важное основание, которое нам нужно понять. И потом Он говорит: да будет на них наречено имя твое, имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да вас... растут они во множестве посреди земли. Я думаю, это интересно, что Израиль и хочет, чтобы его имя было умножалось через именно их. Итак, но отец не согласился и сказал: смотрите, и в это время Израиль не видит, и он руки с другой стороны
He knows how he fooled his dad, and he's going to make sure that doesn't happen to him. И поэтому, почему он знает, кто старше, может быть, он обнимает их, и поэтому, обнимая их, он, наверное, почувствовал, кто из них выше, кто ниже, кто старше, кто меньше. «Знаю, сын мой, знаю», отвечает отец, «и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». Итак, в иврите это «гой» или «гоим», вы, наверное, слышали этот термин. А для многочисленности это говорится о полноте. Итак, это говорится о полноте язычников. Итак, в Римлянам мы слышим о полноте язычников. Римлянам, конечно же, связывает свои идеи именно с этим местом, что характерно. Следующую неделю мы будем разбирать место и в Исходе, и там начинается так. 1.7. «А сыны Израиля расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Итак, это не просто было добавление, а было размножение, и двойнята, и тройнята, и так далее. И поэтому у них очень сильно росло их население. Итак, дага, что же даг означает? Не д-о-г, а д-а-г, конечно же, рыба. И поэтому они размножаются как рыба. Мы говорили бы в эти дни, как кролики. Итак, эти рыбы просто размножались. Видите, вы не видите, что рыбы размножаются, когда они под водой, но когда они над водой, тогда их видно. И поэтому Бог их сокрыл в этой стране Гесем. И Египет не понял до того, как они поняли и увидели, что они размножились как рыбы. И, конечно же, рыбы, они и этими охраняются, что их человек не видит под водой. Давайте прочитаем. Матфея 4:18-19. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающего сети в море. Ибо они были рыболовы, и говорили, и говорит им: идите за мною, и я сделаю вас чем? Или кем? Ловцами человеков». Итак, все это говорит о этой концепции. Они растут как или размножаются как рыба. Вода говорит о народах. Итак, Бог хочет спасти Израиля, вытянув их из нации, из воды, и вести их в обетованную землю Израиля. Видите ли концепцию? Чтобы быть спасенным, им нужно выйти из народа, им нужно быть другим народом. Итак, это будет очень интересно, чем дальше мы будем идти. Могли бы они быть спасены? И вот проблема. Спасение означает что-то другое каждому разному человеку. Итак, может кто-то быть спасен от какого-то урагана. Я именно таким образом буду использовать. Итак, или вы спасены от урагана, потому что вы были в нем, и вы были сохранены, или вы уехали, и вы спасены были от него. Могли бы они быть спасены, будучи в Египте. Им нужно было перейти Черное море, чтобы быть искупленными. Поняли? Они не могли остаться в Египте. Это будет очень тяжело. Я хочу вам показать вам нечто. В Иезекииле 47:8-10 мы читаем следующее. «И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». И это говорит, конечно, вода от Иерусалима в Китай, вот именно, или там в Черное море. «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. И воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там».
И будут стоять подле него рыболовы от Энгади до Эглаима, и будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и, как в Большом море, рыбы будет весьма много. Есть много разных мест, но также есть много разных верующих. Вы не можете сделать овчарку в какого-то пудела или великого дана собаку в чиваву. Конечно же, Бог хочет единства и разнообразия. Он хочет и то, и другое. Он хочет, чтобы все были спасены, все были... в чем проблема мира? Они хотят, чтобы все были там просвещены. И поэтому мир говорит о спасении, как бы, что все должны быть одинаковы. Итак, мы должны понять, что мы должны иметь единство в разнообразии, или у нас что-то не то. И потом мы читаем Иезекииль 47:12. «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, плоды на них не будут истощаться, каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». Итак, это говорит о книге Откровения. Давайте покажу вам. «У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться, каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». Так, очень важное место, чтобы мы поняли, о чем говорит Иезекииль. И что же происходит с Иезекиилем? «И показал мне чистую, и потом показал, увидел Израиль сынов Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Яков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза Израиля вы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Почему он обнимает? Потому что он хочет понять, кто старший, кто меньший. Итак, важно понять то, что Израиль сказал, итак, который притупилось, которого притупились глаза от старости, он спрашивает вопрос, кто сии или кто это? Что же мы читаем в Римлянам 11:25? «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сии, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, вот когда Бог благословил Мейно-Боим, сказал, говоря о полноте язычников, Он не говорит здесь о числе, Он говорит о зрелости, потому что именно когда зрелое зерно, тогда его собирают. Итак, Бог ожидает, чтобы церковь языческая, она возросла, или чтобы она стала зрелой, чтобы не жениться на какой-то незрелой невесте. И поэтому и евреи, и неевреи, Бог ожидает, чтобы церковь его возросла. Итак, Исайя 49, 18, 22. Что же мы читаем? «Возведи очи твои, — говорит Исайя, — и посмотри вокруг, все они соберутся, идут к тебе. Живу я, — говорит Господь. Всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста, ибо развалины твои в пустыне твои, и пустыни твои разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей. И поглощавшие тебя удалятся от тебя, дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить слух тебе, тесно для меня место, уступи меня, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их?
и я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокою. Где же они были? Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесу сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Заметьте, они задают этот вопрос, кто же сии, кто не родил их? Set up my ensign to the people, and they're going to bring your sons in their bosom, and your daughters shall be carried upon their shoulders. When God said He's going to lift up His hand to the nations, когда Бог сказал, что Он возведет свои очи народа, что же они увидят? Да, они увидят, как ихние руки были пригвождены. И поэтому нации поймут, что Бог Авраама, Исаака и Якова поднимает свои руки и говорит, чтобы они приносили своих детей к Нему. И это очень интересно и характерно. Иеремия, мы читаем в 7 главе, приблизительно в 16 стихе, что будет второй исход, который будет больше намного первого исхода. Первый исход, мы имели несколько миллионов людей, через несколько дней вышли из Египта. Но я думаю, будет такое великое гонение. Уже сейчас Франция, Германия уже начинают гнать евреев. Я думаю, будет великий исход. Все евреи из всех наций выйдут в Иерусалим или в Израиле. Это будет происходить то, что происходило тогда, будет происходить сейчас, и что евреи не будут себя чувствовать в безопасности нигде, как в своем месте, потому что мы читаем, что больше не будут говорить, что эти люди вышли из Египта, но будут говорить, что эти люди вышли из каждого народа. И поэтому, я думаю, пророчески это грядет скоро. Но я говорю, это место Писания в Бытие, о ком же это говорит? Я верю, что Иаков будет задавать тот же самый вопрос в эти последние дни. Кто же сии? Откуда они и зашли? Это евреи, которые поддерживают Израиль. Руфь и Орпа — это те, которые за Израиль. Когда мы говорим о Израиле, люди приходят от всех концов земли, чтобы соединиться с Израилем. Иешуа приближается к Израилю с детьми, которые рождены от язычников. Точно так, как Иосиф является тип Иешуа, Иешуа придет своих сыновей и дочерей. Точно так, как сделал это Иосиф. И Израиль скажет, а кто все сии? Конечно же, они часть нашей семьи, точно так, как Ефрем и Манасса были часть семьи. Они придут от каждого народа, каждого языка, чтобы быть полностью соединены с народом израильским. И поэтому Израиль, как нация, будут задавать тем же вопросом, «О, я не знал, что они евреи, что они были частицей нашей семьи». И важно, чтобы мы поняли, что они не поверят своим глазам, что столько много людей будут частью их. Точно так, как Ефрем и Манасса не должны были быть почитаемы не Израилями. Израиль даже сказал, Иосиф, они не твои сыновья больше, это мои сыновья. Они заняли то же место, как его сыновья. Все остальные, они могут быть твоими детьми, но вот эти двое, они будут моими сыновьями, не моими внуками, а моими сыновьями и дочерями. Итак, когда Ефрем и Манасса стали частью Израиля, все остальные сыновья перестали быть сыновьями Израиля? Конечно же, нет. Мы должны понять, когда
Бог, когда мы соединяемся в Израиле, это не означает, что мы заместили Израиля. И в этом заключается проблема теологии замещения. Просто потому, что мы теперь стали частью семьи Израиля, теперь все остальные ничего не означают, Бог их отверг. Нет, вы были привиты, вы усыновлены, вы не заместили тех, которые в оригинале были сыновьями. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, говорит Павел в Ефесянам 2:19. Важно понять, что мы не должны быть от начала от Израиля или быть иудеем, чтобы быть спасенным, но потому что все будут спасены, которые верят в Бога в конце. Исайя 49:5-6. И на ней говорит Господь, образавший меня от чрева в раба себе. Итак, вы задумайтесь об этом. О ком же мы говорим здесь, что он говорит, образавший меня. Кто же этот меня? Исайя 53. Некоторые люди говорят, что это Израиль, а не Мессия. Но это невозможно, потому что Иаков не может искуплять себя и как бы приносить жертву за свои грехи. Как же Иаков может возвратить себя? Он не может. Он сам сейчас в плену в Египте. Поэтому это говорит о Мессии же, конечно, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Он образовал его от чрева раба себе. Вот почему мы видим, что Бог именно задействован был в процессе рождения Иешуа. «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Итак, здесь мы видим раб, который не только Израиля возвратит Господу, но все народы к Израилю, остаток. И вот почему в Откровении 7:9-10 мы читаем, «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Ансом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Ансу». И потом мы читаем 13-14 стихи. Посмотрите только, очень уникально. И начав речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные белой одеждой, кто и откуда пришли? Точно самое сказал Яков, кто же эти? И сказал ему, ты знаешь, господин? Он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. Ничего себе, это говорит о том, что будут некоторые люди, которые будут проходить через скорбь. И теперь мы читаем Бытие 49:1-2. «И призвал Яков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сына Якова, послушайте Израиля, отца вашего». Что мы должны заметить? Иаков знал, что несмотря, не так, как и поколение до него, потому что они всегда воевали, кто будет тот, который унаследует землю. Теперь не один человек унаследует, а 12 колен унаследуют. Точно так, как Исмаил и Исав, один из них потерял, можно сказать, потомство. Но все 12 его детей станут сограждане и одной нацией. Итак, они разные, но одни. Бог хочет Экат как одно или единство. Единство не так, как один человек или что-то одно, но как одна нация в единстве, которая. Помните, когда сказали Иакову, что Иосиф жив, они никак не сказали, что они знали, что Иосиф, конечно же, не был мертв. И еще, когда Иосиф и Яков встретились, этот момент, как и Иосиф остался жив, не был обсуждаем. Яков не спрашивал нигде в Старом Завете, а вообще, а как ты оказался в Египте? Братья сказали, что ты умер, и очень сильно, очень громкая сия тишина. Иосиф 17 лет прожил с отцом, и ему не рассказал, что произошло с ним. Представьте, при смерти
Иаков хочет, благословляет своих детей на одре болезненном, но и на некоторых детей он очень, как бы говорит, очень конкретные, тяжелые, плохие даже, можно сказать, ну, такие вещи, но он не упоминает продажу Иосифа. Хотя Иуда именно это все вздумал, он Иуду благословляет. Итак, «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов, он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и крови гроздов одеяние свое». Это откровение, друзья. 7.13.15. Посмотрите, как это связывается все с Бытие 49 главой, 10-11 стихи, когда мы говорим о Мессии. Начав речь, один из старцев спросил: «Все облечены белой одеждой, кто откуда пришли?» И сказал ему: «Ты знаешь, господин, они сказали мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежду свою, белили одежды свои кровью Агнца, за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящие на престоле будут обитать в них». Это уникальное место Писания. Читаем дальше, Исайя 63:1-4. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Васора?» Это Иордания, Саудовская Аравия, место нынешнее, столь величественное в своей одежде, выступающее в полноте силы своей, я изрекающий правду сильной, чтобы спасать. «А чего же одеяние твое красное? Ризы у тебя, как у топтащего, вточили». «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои. Я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Потом Откровение 19:14-15 мы читаем: «Воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весоны белые и чистые, и с уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Итак, мы видим, это кровь, конечно же, это является жатве, белое говорит о Ям-Кипуре, и заклял Иосиф. И потом мы читаем дальше, что Откровение 19:14-15, что идет великий Спаситель, у него острый меч. И потом мы читаем Бытие 50:25, и заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». Итак, точно так, как Иаков заставил, чтобы пообещали ему, что его вынесут. И вот почему, когда Моисей выходит 115 лет спустя, что он делает? Он выносит кости Иосифа. Они знали, что пришло искупление, когда Иосиф будет пусто, потому что его кости выбрали оттуда. Когда Иешуа пришел, знали, что пришло искупление, что потому что гроб Иосифа из Аримафея был пуст. Итак, открываем двери исхода, закрываем двери бытия. И открытие одной двери, закрытие другой двери. Итак, создание человечества переходит в создание страны или нации. Что и характерно. Бог, он не хотел, чтобы просто ангелы его славили. Да, они были там сперва. Хотя все восклицают ему, он не был рад. Он хотел, чтобы люди, которые имеют человеческие жизни, физические жизни, чтобы они жили праведной жизнью в очень искаженном мире. И это очень важно, чтобы мы поняли, что именно в этом является цель создания, что Бог дал людям свободу воли, они могут жить как хотят. И что очень интересно меня, Бог хочет, чтобы его создания имели свободную волю, которые их кидают в грязь, они не хотят быть в грязи, и они встают из этой грязи. Вы видите это больше из второй части сегодняшнего урока. И давайте встанем. Когда мы начинаем одну книгу, заканчивая другую, мы понимаем, что нам всем нужно укрепиться в это время. Мы говорим следующие слова.
Будь силен, будь силен, и да будешь, и да будем мы укреплены. Наш Отец и наш Царь, я прошу, чтобы сейчас ты поддержал каждого, который здесь с нами, который смотрит нас в прямом эфире, который смотрит нас по всему лицу земли. Я прошу на уникальное благословение каждого из вас, чтобы вы были сильны, чтобы вы были укреплены, и чтобы вы позволили, чтобы Бог избавил нас. И поэтому я благодарю, что ты даешь нам мотивацию выйти из этого песка. Ты дал нам единственного сына, чтобы умереть. И поэтому ты хотел, чтобы мы вышли из нашей ситуации по милости твоей. Во имя Иешуа мы благодарим тебя. Аминь. Благословен ты, Создатель и Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас всей Торой истины. Ты благословил нас заветом твоего живого слова через силу Духа Святого и законченную работу Мессии Иешуа. Ты один посадил среди нас жизнь вечную. Благословен ты, Господи, наш Бог. Аминь. Вы можете идти на перерыв. Наш Отец и наш Царь, мы хотели бы увидеть, чтобы снизошла слава Твоя и обитала среди нас. Даже как в древние дни, мы хотим пребывать в Твоем присутствии, мы хотим любить Тебя, и чтобы Ты любил нас. Мы знаем, что Ты великий пастырь, и Ты заботишься о своей пастве. Мы хотим вместе с Тобою заботиться о Твоей пастве. Хотим молиться о любимых, тех, которые также являются овцы Твоей паствы. Молим, чтобы Ты привлекал их к себе, чтобы они приближались к Тебе, а чтобы Ты приближался к ним. Исцеляй тех, Отец, которые имеют изломленное сердце. Исцеляй, Господь, тех, которые сердца изломленные, те, которые имеют физические недуги или болезни, а также психологические или эмоциональные. Господи, исцеляй народ свой, чтобы они могли бегать с Тобой и радоваться, и играть. Тех, которых Амалек хочет атаковать, мы хотим быть там и защищать их. Мы хотим молиться о тех, которые имеют финансовые нужды, которые нуждаются в еде, в работе, в доме. Пожалуйста, помогай твоим овцам, мы твои руки, мы твои ноги, используй нас, чтобы мы могли послужить этим людям. Мы молимся о наших лидерах в нациях, о политических, религиозных лидерах, лидеров армии. Господи, последние ходы в игре шахмат будут происходить сейчас. Нам все равно, если мы являемся какой часть или частицы твоей шахматской игры мы являемся, но мы хотим, Господи, не только отстаивать свое, но мы или убегать, но мы хотим идти вперед и атаковать. Мы просим, используй нас. Точно так, как ты говорил в Малахии, враг будет песком под нашими ногами. Мы просим, чтобы ты укрепил нас. Казак, казак, вини казак. Господи, благодарим Тебя за нацию Израиля, хотим молиться о них, а также об их национальных лидерах, каждой части, объедини их, Отец, дай, чтобы они молились как воедино, чтобы мы, как говорит Твое Писание, приводили Твоих сыновей и дочерей к той земле, которая принадлежит им. Мы также хотим помолиться и поблагодарить Тебя за всех тех людей, которые в здании, которые хотят провозглашать свет Торы нациям.
конец этого физического года. В это время хотим бы поблагодарить за всех тех, которых ты возбуждаешь провозглашать свет Торы всем нациям. Во имя Иешуа, аминь и аминь. Вы можете занимать ваши места. И мне нравится поддерживать тех людей по всему лицу земли. Не могу в это поверить, но заметьте, это те страны, которые смотрят нас прямо сейчас. Видите, у нас есть 3 лайвстрима. У нас есть лайвстрим на Фейсбуке, на Ютубе, а также на El Shaddai веб-сайте. На Ютубе и Фейсбуке нам можно, мы можем увидеть, в какие нации смотрят нас в прямом эфире. И теперь послушайте. Люди смотрят нас в Израиле, Индии, Джамейке, Скотландии, Норвегии, Канаде, Швеция, Мексика, Великобритания, Чили, Кемен Айлендс, Нигерия, Кроация, Кения и в Франции, Париже. Давайте их поприветствуем. Спасибо вам. Но также хотел заметить всех тех, которые смотрят нас в Соединенных Штатах. Я хочу сделать это: Алабама, Арканзас, Делавэр, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Канзас, Луизиана, Мэриленд, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Норт Каролина, Охайо, Оклахома, Пенсильвания, Саут Каролина, Саут Дакота, Техас, Вермонт, Вест-Вирджиния, Висконсин и Вайоминг. И это все. Я думаю, есть некоторые штаты, которые не с нами, но они в нашем прямом эфире. Мы не можем смотреть, кто в нашем прямом эфире, поэтому они могут быть на прямом эфире, просто не на Фейсбуке или на Ютубе не смотрели лайвстрим. Итак, теперь мы углубляемся в Евангелие. Мы хотим очень сильно углубиться, не хотим только поверхностно все изучать. Поэтому давайте начнем. Матфея 1 глава, 1 стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Там не написано «сын Иосифа» или «Адама», но «сын Давидов», «сын Авраама». Мы знаем, Авраам, он не был конкретный отец Давида, но это говорит о таком самых главных пунктов тех, кто зачал кого. И поэтому, что интересно, здесь написано «сын Давида». Об этом несколько уже раз проходил, но что интересно, здесь мы читаем, это было 14 поколений отсюда, и 14 поколений оттуда, и 14 поколений еще откуда-то. Итак, но Давид в евреям, в численность является 14. И поэтому, когда мы читаем «сын Давида», почему, когда мы начинаем с этой части, мы говорим 14 поколений, потом 14 поколений. Другими словами, Матфей говорит, что это Мессия, сын Давида. Мы это не видим в иврите, только это можно заметить, если знаем еврейский язык. Итак, кто помнит, в Вавилоне, Вавилон уничтожил Иерусалима и храм. Но Бог сделал обещание Давиду, что у него будет царь на престоле вовеки. Теперь в Матфея 1 главе не было царя от линии Давида уже более чем 400 лет. Уже 2400 лет. Итак, что же происходит? Давайте заметим Исаия 11 глава, 1-2 стихи. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Что же это говорит? Вот древнее масличное дерево. Итак, новые ветви, как вы видите, произрастаются от этого дерева. Здесь мы читаем о...
корня и сева, когда мы видим, смотрим на корни, мы говорим о том, что дерево срезало, и это произошло. Он пророчествует о том, что не будет какого-то царя из линии Давидова некоторое время, и приходит Мессия. Мы потом читаем Захарии 3:8. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные». «Вот я привожу раба моего отрасль». Итак, это является та отрасль, которая выходит из корня Иисеева. И потом мы читаем 12-13 стихи 6 главы. «И скажи ему, так говорит Господь Савов, вот муж, имя ему что? Отрасль». Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он воздаст храм создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Теперь, что характерно, и вот где многие евреи, которые ортодоксальные, они не соглашаются друг с другом. Кажется, что здесь написано, что это тот человек, который должен восстановить храм. Теперь, если евреи хотят восстановить храм, некоторые евреи говорят, нет, вы не должны строить храм, этот человек должен строить храм. А люди, которые хотят строить храм, говорят, хорошо, он может строить, но пока он не придет, нам давайте мы будем начинать. И поэтому они чувствуют, что они близки к тому времени, когда все это будет воспроизводить, и они говорят, зачем вы тратите свое время, строя храм, когда должен это сделать Мессия, он это все сделает. Когда Матфей писал эту книгу, или свое Евангелие, прошлые 200 лет, хазманяне, а кто же эти были хазманяне? Это были левиты, и царь не должен исходить из колена Левия, но левиты были царями в той проблеме. Итак, проблема в том, что человек один был и священник, и царь. Это было только для одного человека, и это было для мужа, которого называли отрасль, потому что он восстановит храм и сядет на престоле. Вот человек, который и священник, и царь. Итак, читаем Псалтырь 89:3-4. Помните, Ирод думал, говорил, что он царь. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое в род, и род устрою престол твой». Другими словами, этот царь должен быть восстановлен, что мы читаем в 34 и 37 стихами той же главой. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Кто из вас знает, что луна не уйдет и солнце не пройдет, пока Бог этого не повелит? Луна и солнце являются верными свидетелями. И вот почему затмения очень важны. Когда они происходят, они являются Божьими знамениями, и никакой лжепророк не может воспроизвести затмение. Итак, они верны, как солнце и луна. Хочу вам нечто показать. Вот разные стадии луны. Сколько лун можно быть в одной линии? 7. А 7 умножить на 4? 28. Сколько в дней в месяце? Приблизительно в библейском календаре где-то 29. Потому что это следует луне. Это сказав, давайте прочитаем Матфея 1:17. «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов».
Вы должны понять, что библейский календарь, он базируется на лунах или луне. Итак, я начинаю этот календарь 1 Тевета, это не в этом году, это в следующем году. Как же мы знаем, когда начинается первый день недели, когда новолуние? И когда мы знаем, что полная луна, или 15-го, а когда полная луна? И в конце мы видим уже как бы луна, которая выходит. Но некоторые люди посылают мне фотографии, как будто это новолуние. Но это старая луна. Вообще свет должен происходить от правой стороны, смотря на луну, чтобы это была новая луна или новолуние. Итак, хочу посмотреть на библейский календарь, хочу показать вам полностью новую перспективу. От Авраама до Давида 14 поколений, это 14 дней. Каждый день был поколение, и Соломон был 15-й, который является 15-я луна, которая является полная луна, это полная слава Израиля. А потом 14 поколений от Давида до истребления храма, и теперь Израиль во тьме. И потом, что же мы видим дальше? Давайте я немножко еще приду назад. Вот оно. От Авраама до Давида 14 поколений. От Давида до истребления храма 14 поколений. От истребления храма до Мессии сколько? 14 поколений. И Мессия является свет. Хочу, чтобы вы увидели эти дни как дни месяца, так же, как поколения. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Следуйте ли за мной. Итак, где же мы находимся сейчас? На новолунии? Или новолуние? Или где же мы насчет нашего поколения в позднем календаре? Задумайтесь об этом. Теперь. Это как будто я разговариваю. Как же это может быть? Посмотрите. Матфея 1:21-23. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». Итак, вот в чем проблема. Мы в грехах, а мы хотим, чтобы мы были спасены в наших грехах, не от наших грехов. «О, спаси меня от последствий». Не от греха, конечно же, да нет. Грехи мне нравятся. От последствий. Я хочу сидеть в них, а последствия не пожинать. Но Писание говорит, что Он спасет их от их грехов, не в их грехах. Это очень тяжело для людей понять, потому что люди хотят сказать уникальные слова, три раза покрутиться, сесть на пол и больше не думать об аде, потому что у нас билет в небо. Так это все не работает. Конечно же. Идем дальше. Исаия 7 глава, 13-14 стихи. «Тогда сказал Исаия, слушайте же, доме Давида, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примете родит сына и нарекут ему имя Эммануил». Теперь, мы это читаем в Исаии, 7 глава, очень известное место Писания. Многие из вас это знают. В иудаизме есть большой аргумент насчет слова «дева», еврейское слово, о котором будем говорить немножко позже. Матфея 2:1-2. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Хорошо. Давайте посмотрим. Видите, волхвы видят эту звезду, пришли поклониться ему, и Бог говорит, будут знамения на небесах. Хорошо, вот доказательства. Теперь,
Мы читаем Бытие 1.14, и сказал Бог, да будет светило на тверди небесной, да, для отделения дня от ночи, для знамений и времен. И в чем проблема? Для нашего григорианского календаря он только построен на солнце. Как же мы можем работать с языческим григорианским календарем и библейскими историческими моментами и календарем? И поэтому наш языческий календарь мы должны в библейском календаре. А не наоборот. Библейский календарь не должен вмещаться в григорианский календарь. Если что-то является доскональным, четким, то по нему нужно мерить, а не наоборот. Надеюсь, вы это поняли. Итак, есть очень важное пророчество, которое показывает конкретно два пришествия Мессии, и мы это читаем в 9 главе Даниила, 24-26 стихи. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения и пророки, и помазан был святый святых. Итак, знай, разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ и обстроится улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут на народом, будут народом вождя. Итак, мы видим, что Мессия придет, и его убьют. Когда приедет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Итак, что же мы видим здесь? Когда мы говорим о Мессии, мы видим, что он помазанник, и он умрет до истребления или уничтожения храма. Вот о чем мы читаем в Данииле. Итак, что же с этим делают? Мессия должен прийти дважды, и он должен прийти умереть до истребления храма в 70-м году, и это только один человек мог это исполнить. Потому что мы читаем, в 70-м году истреблен храм Иерусалим, поэтому Мессия должен был быть до этого времени на земле. Еще один вопрос, когда говорит, что может ли человек стать Богом, но я знаю, что Бог может стать человеком. Большая разница. Очень большая проблема. Большая разница, извините. Итак, Бытие 24:16, мы видим, что Бог является Аврааму перед истреблением Содома и Гоморры, и тот моет ему, омывает ему ноги и кормит его. Читаем. Девица была... Извините. Мой Господь, Юд-Хей-Вав-Хей, он говорит, если я нашел перед глазами твоими благоволение, то позвольте мне мыть ваши ноги и отдохните под деревом. Итак, поэтому, чтобы Авраам мог это сказать Господу, он должен был показать себя как человек. И поэтому он имеет некий диалог с ним. И... Хотя эти люди уходят, Авраам продолжает свой разговор с Богом. Бог показывает себя физически на земле, когда он это захотел. Он показал себя Моисею при кусте горящем, Израилю в столбе огненном и облачном, так же, как слава в храме для Израиля. И потом говорил с Моисеем лицом к лицу, как кто говорит с другом. А Иуда, 13 главе, мы видим, что Маноа и жена видят Господа. Более того, есть еще место, которое я добавил, это не в ваших записях, но Бог показывает себя как человек. Иисус Навин, 5 глава, Иисус Навин сейчас будет нападать на Иерихон, он смотрит и видит человека.
человека, который стоит перед ним. У него меч в руке, и Иисус Навин приходит к нему и говорит: «Ты за нас или против нас?» А тот говорит: «Я не то, ни другое, но я как бы начальник армии Господа». Написано, Иисус Навин падает на свое лицо и прославил или поклонился ему и сказал ему: «Что же мой господин говорит своему рабу?» И этот человек сказал: «Сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вот это слава, и это сделал Иисус Навин. Знаете, в Откровении ангел говорит: не поклоняйся мне, ибо я как ты». Но человек, которым видел Иисус Навин, точно так, как это было сказано Моисею, говорит: «Сними обувь твою, ибо сие место есть земля святая». Так Бог может явиться как человек. Хотя Бог может явить себя как человека, хотел бы ли он стать таким человеком? Я бы не хотел. Но давайте посмотрим в Исаии, 7 глава, 14 стихом. Мы читаем, что Господь даст знамение и родит дева, и нарекут ему имя Иммануил, или Бог с нами. Теперь, в еврейской версии там не написано «дева». В JPS говорят «молодая женщина» или «девушка». Молодая девушка и не девица, а еврейское слово там «алма», для тех, которые написать «аин», «ламед», «мем» и «хей». И иудаизм говорит, что это не говорит о девице, а молодой женщине. И есть лучшее слово, которое используется для девицы, и оно «бетула». «Бетула» говорит о Ребекке, которая была избрана для Исаака, как мы об этом читаем в Бытие. И поэтому они говорят, там слово используется для девицы «бетула», почему же «бетула» не используется здесь? Итак, Бытие 24:16, мы читаем: «Девица была прекрасна видом, дева, которая не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх». Итак, «бетула» является слово здесь. Говорят, что в Исаии неправильно переведен в английский язык, но в чем проблема? «Бетула» может говорить женщине, которая не девица, или девушке, которая не девица. И потому что «алма», молодая девушка, может обозначать девица. И у меня есть доказательства и для того, и для другого. Итак, то же самое история Ревекки, только в 43-м стихе той же главы. «То вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего». Итак, это Элиезар молится к Богу, когда он говорит «девица», он говорит «бетула». Если она является девицей, она также может быть «бетула». Они могут означать «молодая женщина» или «девица». Но вот слово «алма», мы знаем, что она была девицей, «алма» может быть девицей, а для слова «бетула», «бетула» не всегда означает только девица. Только посмотрите на книге Иаиль, 1 глава, 8 стих: «Рыдай, как молодая жена, припасавшись вретищем о муже юности своей». А здесь слово «бетула», а здесь говорится о женщине, которая женатая. Вы не можете сказать, что «бетула» только означает «девица», а «алма» не может означать «девица», потому что они могут означать и то, и другое. И потому что она оплакивает о муже, мы видим, что это слово говорит о женатой женщине или девушке. Итак, что же об этом пророчество говорит? Как же перевели это в греческий язык, когда «септуагинт» был написан 200 лет до рождения Иешуа?
в Септуагинте, или в этих 70 еврейских писателей использовали греческое слово «партанос», которое говорит о, конкретно говорит о девице, когда перевели из греческого в еврите, которое переводится дословно как «девица», и не была да, женщина, поэтому когда евреи говорят сегодня, что «о, это Бетула», и это не может означать девица, почему же тогда эти великие писатели и ну, раввины использовали слово, которое было «девица» перед рождением Христа, когда они переводили это место Писания. Итак, когда мы говорим о «откуда исходит это слово», Элма говорит о том, откуда приходит ребенок. Итак, этот термин «алма» никогда не говорит о... не применяется к женатой женщине. Итак, как мы читаем в свитках Черного моря, «Лей Марбей», послушайте здесь немножко, в месте Писания, Исаия 6 и 7, мы читаем, что будет рожден ребенок... великий Бог и князь мира и так далее. И написано, что не будет конца его славе. И мы не видим это в английском языке, но это очень интересно. Леймар Бей. Что же вы видите вторую букву? Это буква М или Мем. Теперь... Я хочу, чтобы вы заметили это. Это не лучший свет. Здесь мы видим это. Но видите ли вы, что мем закрыта в конце, а мем здесь открыта? Видите, синяя в синем. Мем изменяется немножко в своей форме. В еврейском языке работает все так. Мем никогда закрыта. Если, хотя, может быть закрыта только в конце слова. Здесь она закрыта в начале слова. И вот почему, и вот как нашли ее в свитках долго до рождения Христа, Мессии, в свитках Черного моря. Говорят, что открытая мем против закрытой мем, мем всегда говорит о воде, моим, мем. Итак. И говорят, что открытая мем и против закрытой мем говорит о открытом, открытой утробе и, или закрытой утробе, или то есть человек, который может зачинать, и тот, который и та, которая не может, или как вода, которая разбивается, когда рождается ребенок. Итак, говорили раввины так. Что когда будет искупление, закрытая мем Исаия откроется для пришествия Мессии. Это учили евреям. Итак, еврейские лидеры смотрели на мессианское место, говоря о каком-то сверхъестественном рождении. Итак, мы имеем закрытую утробу. Девицы, которая открывается при искуплении. И что мы читаем? В Исаии евреи говорят, что это говорит о Езекии. Вот Езекия, именно об нем говорит это место. Хорошо. Это, конечно, не так. Давайте прочитаем. В Талмуде Санхидрин 94 задали вопрос, почему мем закрыта. И написано там так, что святой хотел поставить Езекию как мессию, но праведность говорила следующее. Если Давид, царь Давид не стал мессией, который столько много написал псалмов, сделаешь ли ты Езекию мессию, который не писал ни одну песню тебе, хотя ты и делал ему много чудес. И поэтому я верю в сверхъестественное рождение, но это говорится о Мессии. Итак, в одном месте это говорят, что можно, в другом не можно. Знаете ли вы об Езекии? Кто вообще... о Езекии, который просил еще 15 лет, и время на 15
времен перешло назад. Знаете почему? Что Бог позволил, чтобы он еще прожил несколько лет? Потому что у него не было ребенка, чтобы он был царем Израиля. И поэтому Бог нужно ему, дал ему больше времени, чтобы ему больше было... чтобы он родил ребенка, а на ком же женился Езекия. Он женился на дочери Исаии Хепсала. Итак, Езекия женится на дочери Исаии, и он имеет ребенка, которого называют как Манасия. А Манасия — это самый худший идолопоклонец, царь в Библии. Знаете ли вы, что евреям, когда мы читаем о герое веры, и написано, что некоторых перерезали надвое, о ком же это написано? Манасия, да, перепилил своего дедушки, перепилил дедушку Исаия надвое. Да, он это сделал. Поэтому я не думаю, что Езекия будет мессия, хорошо? Но Манасия был монстр. Хорошо. Идем дальше. Матфея 2 глава, 5-6 стихи. Он же сказал ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводство Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, кто упасет народ мой Израиля. Итак, Ирод спрашивает, а где же этот царь? Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Итак, откуда это исходит? Это исходит из Михея, 5 глава, 2 стих, и ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами Иудины, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала дней вечных. Это говорит о божественности Мессии. А потом мы читаем Матфея 2, 13, 15. Когда же они отошли, сие ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его, и он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется речено Господа через пророка, который говорит: говорит, из Египта возвал я сына моего. Об этом мы читаем Оси 11.1. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Итак, все спорят о том, кто же Мессия, Иешуа или Мессия. Он должен быть вызван из Египта. Он должен, его будут называть Назарей. Нет, он должен быть из Вифлеема. Они все были правы, только с разной перспективы. Есть еще один момент. У меня есть то, что я могу вам выдать возле записи. Это очень важный момент, потому что там есть четыре Ирода, четыре разных Ирода. Итак, у меня есть римские кесари, Клавдий, Нерон, и все эти происходили во время Нового Завета. Итак, есть места Писания с каждым из них, которые показывают, какой римский император был когда, когда был Понтий Пилат, и когда мы говорим о Феликсе и Фесте. Я показываю вам, в какое время эти люди жили, и как я рекомендую, чтобы вы это взяли, посмотрели, кто были прокуроры римские, императоры, а также цари. И это как бы с 49 года до нашей эры, до 95 года нашей эры. Хорошо? Давайте встанем. Я надеюсь, что это было для вас интересно. Наш Отец и наш Царь, я благодарю Тебя очень много за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Открывай наши сердца, наши умы, чтобы мы понимали, что Ты являешься живой Бог, что Ты
задействован в этом мире, что ты имеешь силы делать все, что ты хочешь делать, когда ты это хочешь делать, чтобы мы сидели у ног твоих и просто больше узнавали тебя. Мы благодарим тебя, что ты любишь нас, что ты хочешь не только благословить нас, но имя свое вложить в нас. Это очень уникальное благословение. И вот что ты заповедал Аарону сказать. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе свой мир. В это прекрасное имя Айе Ашер Айе. Аминь. Будьте благословенны и возьмите ваши записи сзади. Шаббат шалом. Благословений.